Привіт всім! Сьогодні продовжуємо наші заняття зі стретчингу. Тренування проводить Юліана Джулай. Вітаю вас! Здравствуйте! Сьогодні ми з вами виконуємо комплекс, направлений на розвиття гибкості в спині. Перше упражнення – нам потрібна лечь на спину. Руки відкриваємо в сторону, плечі опускаємо вниз, бедра підтягуємо. Підготовительне упражнення – піднімаємо ребрышки вверх на вдох. Раз, два. Голова на полу. На выдох. Опускаемся, копчик подкручиваем. Коленки прямые, стопы тянем. Раз. Два, ребрышки вверх. Три, возвращаемся. Копчик подкрутили. Четыре. И полностью поднимаемся. Раз. Под лопатками. Два, прогибаемся. Три. И наклонились вниз в складку. Четыре. Спина прямая. Первая. Раз. Ручки вверх. И круглой спиной раскручиваем себя. Опускаемся. На вдох. Прогибаемся под лопатками. Раз. Два. Три. Наклонились вниз в складку. Четыре. Ручки вперед. Вверх. И круглая спинка. Возвращаемся. Четыре. Так выполняем. 8-16 раз. Раз. Два. Прогибаемся максимально в складке. Вытягиваемся вперед. И остались складки. Проверяем спинку прямую. Можно сделать замок под пятками. Коленки тянем, стопы вытягиваем. Стараемся вытягивать коленки так, чтобы пятки отрывались от пола. Плечи оттягиваем от ушей. Вдох и на выдох притягиваемся к ногам. Важно следить за тем, чтобы спинка была прямая. Коленки, стопы были дотянуты. И открыта грудная клетка. Макушкой тянемся вверх. Коленки вытягиваем. Вдох и на выдох снова наклоняемся в длину. Стараемся тянуться к носкам, не к коленям, а к носкам. Снова проверили спинку, ребрышки вытаскиваем вперед. Коленки, стопы тянем. И на выдох наклоняемся. Затем сокращаем стопы. Ноги можно чуть-чуть раскрыть. Коленки тянем. Плечи оттягиваем от ушей. И отрываем пятки от пола за счет того, что выравниваются коленки. Грудной отдел нужно раскрыть. Лопатки стремятся друг к другу. Коленки прямые, пятки оторваны от пола. Проверяем спинку. Спина прямая. От поясницы вытягиваем себя. А пятки отрываем от пола как можно выше. Коленки прижаты к полу. Спинка ровная. Макушкой тянемся. Отпускаем. Ноги вместе. Ложимся на спину. Следующее упражнение. Ножки за голову. Медленно поднимаем. Раз. Медленно на 4 счета. Два. Три. Четыре. Без рывка ноги идут за голову. Раз. Два. Три, четыре. Поднимаем ноги вверх. Раз. Руки помогают. Поддерживаем. Три, четыре. Спинку, коленки, стопы тянем за голову. Раз. Два, три, четыре. Ноги касаются пола. И медленно позвонок за позвонком раскручиваем себя. Ноги как можно ближе к себе. Раз. Два, три, четыре. И опускаем вниз. Раз. Руки под бедра. Два. Три, четыре, снова вверх. Раз, два, коленки, стопы тянем. Четыре, без рывка ноги идут за голову. Раз, два, три, четыре. Ноги как можно дальше за голову продвигаем. Раз, два, три. Можно поддерживать себя, если вы себя уверенно чувствуете, можно и без рук. Раз, два. Ну, важно, чтобы движение выполнялось на мышцах. Четыре. Медленно раскручиваем себя. Два, три, четыре. Коленки, стопы тянем. Раз, два, три, четыре. Движение следует выполнять не меньше 4 раз. Четыре. За голову. Поднимаем ножки вверх. Коленки, стопы тянем. За голову.
и медленно раскручиваем себя, позвонок за позвонком, коленки тянем. Опускаем ноги вниз, ноги не касаются пола, здесь еще, конечно, и укрепляются мышцы живота. Что немаловажно, для поддержания прямой спины. Снова ноги поднимаем вверх, бедра выталкиваем вперед, коленки в стопы тянем. И ноги уходят за голову, остались за головой, ноги на полупальцах. Аккуратно пружиним, раз, два, пятками стремимся к полу, коленки прямые, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вытягиваем носки, берем под пятками, сделали замок в руках, и ноги притягиваем к себе, медленно раскручиваем себя. Позвонок за позвонком. Следим за тем, чтобы колени были прямыми. Если невозможно достать, можно держать за щиколотки, либо используя гимнастические ленты, резиночки. Плечи к полу, бедра на полу. Очень важно, чтобы бедра были на полу. Плечи опускаются на пол, бедра на полу. Если не достаете, можно держать за щиколотки. Снова притягиваем ноги к себе. Движение выполняется в медленном темпе. И ноги уходят за голову. И также притягиваем ноги к себе еще ближе. Коленки тянем. Носки тянем. Медленно раскручиваем себя. Растягиваем позвоночник и мышцы спины. Бедра на полу. Бедра на полу, плечи на полу. Сокращаем стопы на себя, берем за носки и тянем носки на себя, бедра на полу. Движение следует выполнять минуты две. В ногах должно быть тепло. Коленки тянем, стопы на себя. Опускаем ножки. И снова наклоняемся в складку. Движение складки нужно выполнять как можно чаще. Плечи оттягиваем от ушей и наклоняемся. Полностью легли на ноги. Носиком тянемся вперед, следим за коленками. Проверяем спинку. Ребра вытаскиваем вперед. Хорошо. Теперь нужно встать на коленки. Выполним движение, которое называется кошечка-собачка. Встали на коленки. Колени под бедрами, руки под плечами. Прогнулись, раз. Посмотрели в потолок. Плечи оттягиваем от ушей. Круглая спина. Два. Еще. Прогнулись, раз. Под лопатками в поясничке. И на выдох круглая спина. Еще раз вдох, прогибаемся. Выдох, круглая спинка. Бедра подтягиваем. И еще раз прогибаемся. И два, круглая спина. И раз прогибаемся. И два. Сейчас правая коленка притягиваем себе, круглая спина. Забрасываем ножку назад. Раз, прогибаемся. Круглая спинка. Раз, прогибаемся. И еще раз. И округляем спинку. Раз. Хорошо. Еще раз. Стоп. Очень важно в этом движении округлить спинку. И носик стремится к коленке. И раз. Стоп. Прогнулись. Под лопатками. И два. Круглая спинка. И раз. Два. И раз. Движение выполняется 8-16 раз. Раз забрасываем. Два. И раз. Два. И раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Правую ногу берем левой рукой.
За подъем и поднимаем ножку. Правую ножку. Берем противоположной рукой левой. За подъем. И аккуратненько поднимаем. Удерживаем ногу в течение 30 секунд. Держим раз. Держим два. Три. Четыре. Держим. Опускаемся. Левая нога. Круглая спинка. И раз. Округляем. Раз. Округляем. Еще. Два. Три. Работаем спиной. И раз. Круглая спинка. Еще. Коленки дотягиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Левую ногу берем правой рукой. Левую ножку берем правой рукой. И держим. Также удерживаем 30 секунд. Держим ножку. Отпускаем. Ушли назад, потянулись руками вперед. Сейчас выполним движение, которое расслабит, уберет излишнее напряжение, расслабит вашу спинку, ваши ноги, тело в общем. Прогибаемся под лопаточками. Бедрышки вверх и прогнулись. Плечи оттягиваем от ушей, бедра стремятся к полу. Угу. И обратно. Живот, грудная клетка, плечи. Поднимаем бедра вверх, толкаемся руками. И снова уходим назад. Руками тянемся вперед, бедра к пяткам. Чувствуете, как растягивается ваша спина. Снова ныряем, голова, грудная клетка. Руки сильные, толкаемся. Прогнулись. Возвращаемся. Бедра поднимаем вверх, толкаемся руками. И расслабились. Круглая спинка, раскручиваем себя. Тож такі вправи може виконувати як професіонал, так і новачок, тільки обов'язково під наглядом тренера. Гибкая спина и здоровый позвоночник очень важны для хорошего самочувствия.